Друзья, всем добрый день. В работе у нас Subaru Legacy 2005 года. Автомобиль приехал с югов, и несмотря на это, везде присутствует коррозия. Это у нас тоже все очаги коррозии. Смотрите, конечно, бесспорно, состояние автомобиля в любом случае лучше, но несмотря на это, ржавчина берет, как говорится, свое, и все элементы, которые в Питере сгнивают до дыр, здесь еще пока живые. Коррозия присутствует, но не сквозная. Смотрите, все ржавенькое. А я думаю, что многие считают, а зачем чего-то делать? У меня же машина в хорошем состоянии, вот ее полностью разобрали. Смотрите, глушителя нет, бензобака нет, ни одного пыльника мы не наблюдаем, все разобрали, в общем, подготовили для начала пескоструйных работ. Займет вся работа 4-5 дней. Ну и давайте посмотрим, что же получится из этой Subaru Legacy. Заднюю часть отпесочили и сразу в этот же день покрыли кислотным грунтом. По одной простой причине: голый металл нельзя оставлять на открытом воздухе, тем более на ночь. Хотя для этого у нас здесь висит кондиционер, у него есть режим осушения воздуха. То есть, конечно, обычный обогреватель тоже осушает воздух, но кондиционер более энергоэффективен, и поэтому я использую кондиционер. Переднюю часть кузова сейчас мастер подготовил, все свои инструменты, в общем, начнем песочить. И, кстати, давайте вместе с вами посмотрим, как это происходит. Знаете, что самое забавное? Когда, отвечая на звонки по поводу антикоррозийной обработки, я отвечаю, что данная услуга стоит от 45 тысяч, некоторые удивляются и говорят, что это очень дорого, и они видели подобные услуги за 20 тысяч рублей. Вот теперь, дорогие подписчики, вы-то все прекрасно видите и знаете, какой объем работы приходится выполнить для того, чтобы защитить машину от коррозии. Неужели вы думаете, что это стоит 20 тысяч рублей? Заднюю тележку вчера полностью опускали. Сегодня ее уже приподняли. Смотрите, все отпесочено, почистили, кислотный грунт. По желанию клиента можно еще добавить сверху эпоксидный грунт. Кашу маслом не испортишь, как говорится. Пескоструйный аппарат выполнили сами. Сопло у нас какое? Шестерка, по-моему, да? Вот, сопло шестерочка. Обычный кран. Все, вытяжка начала работать. Сейчас подача песка. В общем, мастер открывает подачу песка, ну или купершлака в нашем варианте. От суппорта всегда много ржавчины. То есть, в первую очередь, вот в таких условиях песочится машина. Адский тяжелый труд. Сперва пыль, потом кислотный грунт, потом антикор. А все это вредно для организма. Ну вот автомобиль полностью очищен от ржавчины. И смотрите, как все это выглядит. Давайте посмотрим снизу. Так, присели и посмотрели, все чистенькое, беленькое, подрамник как новый, подвесочка новая, суппорта чистые, амортизаторы как новые, все это красим специальной антикоррозийной краской, это термостойкой краской, деформация порога исправим, выправим, заантикорим. Здесь у нас антигравийное покрытие, все
четко, ровно. Так, дальше. Что здесь? В принципе, состояние машины, повторюсь, было очень даже неплохое. То есть мы ее не спасали, а просто продлили ей жизнь. Что же у нас по нижней части автомобиля? Лонжерон. Чистенький. Прям красота смотреть на такие автомобили. Объем работы здесь также. Вот смотрите, несмотря на то, что состояние автомобиля было хорошее, автомобиль ездил в районе Ростова, Краснодара, а по факту работа выполнена точно такая же, как автомобиль в убитом состоянии ездил по Питеру, весь в ржавчине. А объема от этого меньше, в общем, не становится. Что питерский автомобиль, что южный автомобиль приходится разбирать, зачищать, ну и, соответственно, антикорить. Вот наш бензобак. Вот наш антикоррозийный состав Меркосол. Вот он, Меркосол 631 мл. Это для скрытых полостей. И где-то вон у нас еще ботичка для наружки. Ну все, друзья, если вам интересна антикоррозийная обработка с пескоструйной очисткой, конечно же, звоните. Рады помочь. Надеюсь, что всем сможем, потому что очередь все равно есть.